Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский вручает 14-летним химчанам паспорта, а также Конституцию Российской Федерации и памятные сувениры. По словам ребят, получение самого главного документа в их жизни в торжественной обстановке они точно запомнят навсегда. Я, конечно же, запомню этот день, потому что я очень сильно волновалась. Все-таки это мой самый первый паспорт. Я буду им пользоваться и в скором времени летом пойду работать. Всего в городском ЗАГСе со вступлением ребят во взрослую жизнь поздравили 12 школьников. Сергей Малиновский пожелал ребятам принимать активное участие в жизни химок. Очень надеемся на то, что эти молодые ребята выберут своим домом и местом своей работы городской округ Химки, чтобы, получив образование, они дальше пошли работать на предприятия, учреждения, в школы, больницы и действительно приносили пользу не только себе, но и своему родному городу. Традиция вручать паспорта в торжественной обстановке в Химках существует уже 3 года. За это время заветный документ получили тысячи школьников.